брендовый, как говорят рэперы, шмот, часы за несколько миллионов. Все это стало верным жизненным спутником Екатерины. Только мы на общедоступных фото из интернета нашли люксовые одежды и украшения Мизулиной-младшей на 27 миллионов рублей. Откуда у нее такой роскошный гардероб? Прибыльного бизнеса у нее нет. Ее мать, сенатор Елена Мизулина, с декларируемым доходом в 6 миллионов рублей в год. То есть даже маме-сенатору на такой гардероб надо было копить несколько лет, при этом ничего не есть и не пить. Отец Екатерины – доцент кафедры политологии с заработком в 1,4 миллиона рублей в год. И что, пожалуй, самое страшное – всю эту космически дорогую одежду, украшения, обувь носит обычная мелкая чиновница, просто в нужный момент благодаря своей матери, оказавшейся у государственной кормушки борьбы со свободным интернетом.